Доброго всем утра. Вот так вот аккуратненько нужно выходить и смотреть, нет ли здесь гиены или кого еще. Это реально, вот наш домик, дорожку перешел, и все, уж саванна начинается. Раннее утро, 6 утра, собираемся на новое сафари. Сейчас вроде какие-то бисквиты должны быть на рецепции, покушаем. А на завтрак потом приедем еще. Снова мы, все еще мы в отеле Сопо Лодж. Сегодня такой ливень шел, просто шортик вставлю. Мы проснулись, мы думали, просто снесет нас. Так, наверное, ничего не видно, не слышно. Тут такой ливень идет, просто мы аж встали и боимся, что нас подзатопит чуть-чуть. Двери, да ну стрёмно не открывать. Ты что, может там гиена стоит? Да не надо. Не надо, все. Все проверили, идем спать. Надеюсь, нас не затопит. У нас же еще там есть какие-то дамдырочки под балконом, под этим. Думали, сейчас затечет. Но нет, все окей. Хотя трусило так, что мы думали, что на сафари никто не поедет. Но на крайнем случае поплывем. Вот. Что-то нету мальчика-охранника, чтобы с нами прошел. Ну ничего страшного, мы почти не боимся. Вот вы же с нами, правильно. Идем сейчас, наверное, все спят еще. Птицы поют, красота. Сейчас дойдем до рецепции, немножко перекусим и поедем с вами в путь. Ну вот, нам показали небольшие бисквиты, которые можем быстро съесть и отправиться в путь. Ну, потом уж на завтрак, надеюсь, вернемся. Поели бисквитиков минут 10 и снова ливанул. Просто звуки, слышите? Все в дощи. Ну, дождь все. Ну, да. По-украински. Ну и плюс прохладно с утреца, конечно. И плюс непонятно, как ехать. Да. Дороги видели какие? Даша говорит, сейчас размоет и копать. Вот зашли в туалет. Ну, хороший такой, на рецепции, перед выездом. Просто смотрите. Засилие мошек. Если видите, они летают еще целая куча, это бы еще руки помыли, их прогнали. У кого-то, если фобия, вообще, конечно, капец. Ну, что вы хотите, живем в саванне, в природе. Ух ты, очень далеко шакальчики находятся, маленькие. Это маленькие? Гиен Фокс. Такие лисички. Ну, просто мы и так сейчас под закрытым этим... Потому что... Под крышей, да, что дождь. А ну подожди, где-то он там притаился. О, вот он. Прыгает, выпрыгивает. Малыш такой. Ну сейчас водитель, наверное, нам откроет. Ох-ох-ох. Убежали. Далеко они, кстати. Вообще красота. Так, где-то Наташа. Углядела Дик-Дика. Он такой маленький, малюсенький, такой тендитненький. И все время он так быстро убегает, что нельзя его просто сфотать. Это как уменьшенная версия Геринука. Но это Дик-Дик. Не путать с другим названием. Вот он так замер, на нас смотрит. Большая кошка или маленькая собачка? Да, они такие маленькие-маленькие, из-под колес так быстро убегают, что сфотать их вообще нельзя. Смотрит. Ага. Застыл такой, люди, что вы от меня хотите? Уже посмотри, как вы направо эти облака... Пар идет. Ага, кстати, да. Красиво. Сейчас вам показываю. Красиво как. Ох. Кстати, то были это просто лисички. Это да, то были лисицы. Это были это не шакалы лисички. И не гиены. Все это были просто лисички. Да. Но шакал похож на лисичку. Но у него морда такая более. Пока никого не нашли, но вот хотим вам показать вид. Долина. Я думаю, что это есть тоже вот часть этой рифтовой великой рифтовой долины. Да, мы там проезжали, есть видео. Она тянется, по-моему, 6 тысяч километров. Красота какая. Да. И мы стоим вот в таких вот кустах. Не за каждым кустом может быть животное. Ну, не знаю, утро, поели они, не поели. Выйдут тем более они, не такой выйдут. Ливень ночью, да, вот лайфхак от Наташи, когда нужно одеть шапку. Я слишком красивая. И капюшон в одну эту. Солнышко входит. Не знаю, камера увидит или нет. Я такой не видела, широкая. Смотри на горе. Ага, я ее вижу.
Какая прямо, как знаешь, Ну, я думаю, пламя, что только ее не вверх. Ну видно. да, это глаз, наверное, видит, а камера так. Ну, красиво. Ну, вот по таким дорогам, слава богу, не размыло. Мы с вами едем. Давай Надеюсь, помолчим. поймать какого-то хищника. Привет, красотки. Это девочки импала. Красивые. Прямо возле дороги. Все, убежали куда-то. Не за леопардом, я надеюсь. Как они хвостики прижимают в попе, да? Да. Ну и снова здравствуйте, прекрасные слоники. Это, наверное, те же тусуются, да? Как вы высохли уже за такие дождь? Такой что тут большой проходил, а сейчас топо замер. Наверное, Да. понимает, что мы Я здесь. вижу, что он стоит за те, как Ну, только сейчас только уже понял. чуть-чуть пошел. Вот, да. Он только начал. Вон еще. Я сначала клыки увидела, а потом голову слона такая. О. Бивни. Да-да, бивни. Боже, с ума сойти. Слушай, вот вроде как бы и видели, да, вчера, только все равно такие. Ой, чудесные животные. Этими ушками. Бум-бум-бум. Интересно, они пошли такие ушки? Ага. Кого? Уходят куда-то. А может, с моего места Вглубь. тогда больше видны? А там еще дальше вообще пошло. Вот так вот. Этот здоровый, да? Угу. Ну, сейчас мы обговаривали. В Амбасселе все-таки они больше, конечно, здоровые такие там. Там ножище, мы тут, я не знаю, сколько. Сколько там метров у него? У этого метра два или больше? Где-то так. Такой красавчик. Или пальцы права, да? Не доел. Угу. Вот и в кустике. Ну так, смотрите, слона не видно, не то что леопарда. Ну да, был бы немного покрупнее кустик, все, слона никто не поплачет. Вот такие красивые малыши-то. Так, сейчас попробуем жираф показать. Очень Ушли далеко они они. далековато. Один на нас смотрит, этот правенький. Шелся вон там. Я от них вчера ушел, они опять меня нашли, да? Шо за люди? Да, сейчас так нужно медленно переводить. Что только уже одного вижу. Ну, вон он один. Ну, я вижу, белая такая голова тоже смотрит. И вон один. Ну, Ага. кстати, не заметишь его. Вот Да, он. вон один. Наташа, Как когда дерево. попросила остановить, таки где-то 6 стояло. Да. А сейчас видите, как скрываются. Скрываются хитрые. Лошадей-то, они все молодцы. Равно. Вроде и далеко они. Ой, тот двигается вправо. Ага. Вроде и далеко, но все равно они. Все равно на можно стрёме. увидеть. Ну и увидеть, но на стрёме они. Привет, а это вот Waterback, водяной козел. Мы уже показывали его Слушай, ну, в прошлой нашей красивый, Кении, да. горный такой. Так и Вот, стоит Наташа себе. увидела. Так и стоит себе. Раз в кустах и стоит, и так ловить надо. Интересный такой. Ну, спрятался, не выходит. Не, он по своим делам. Ох, и птички как поют. Это что вообще? А вон малыча сидит на это, видишь? Клювик оранжевый, вообще такая бирюза, крылышки. Ой, улетела. Ну, красивая птичка. Так, вот видите, такого синего цвета она. Их много таких красивых. И похожие, кстати, в Эмиратах тоже есть. Waterback посмотрел на нас. И ближе все подходит. Сейчас смотри. Я переведу. Стараюсь тихонько камеру переводить. Вот он. Гуляет малыш. Опа! Ого! Видишь? Ага, он... такой цокот копыт еще, оно скоро. Все, все. Бувен и був. Ух ты, импалы. Снова это импалы. Девочки красивые такие. А что, смотри. А вон дик-дик грациозные. Дальше вообще. Он с ага. землей, правда, сливается, его не видно.
Мы его нашли, вон он. А что она так лежит? Ты не больна, не? Она такая, я здорова, у меня спа сегодня. Не знаю, наверное, на стрёме от леопарда. А эти как-то меньше, чем те двое были, не? Ну все, видишь, как они хвостик прижимают? Угу. Ничего. Когда они не вертят им, то они прижимают. Ну, вообще в 15 метрах. Красота. Ой, птица. Скажу, ёпта, которая лежит. Ла-ла-ла. Мы остановили, говорят, дерево с бабуинами. Так оно вон они. Не, ты не видел, да? Говорят, дерево. Они сидят, некоторые каминчики сидят, некоторые там в легком движении. Ты видишь камеру? Да, не, в камеру не знаю. Ой, не, ну в камеру, конечно, ничего нет. Не видно, да? Ну, может, там, конечно, будем смотреть. Вон там серые, большие шарики, це есть бабуинчики. Главное, что не в отеле. Ага. Всех было со вчера еще, с ужина осталось. Так они и не хотят. Не хотят, походу. Cool или гуду? Грета. А плиз репит? Грета какая-то такая. Стив, а плиз симпатичная. Грета гуду. Грета гуду. Не знаю, если узнаю, кто это, смотри, какие у них эти просто полосочки. Напишу в комментах. А как у верблюдика вот этот шерстка, смотри. Ага. Это женщины. Это женщины. Фимы, леди, так сказать. Слушай, я таких не видела. Посмотри, какие четыре полосы беленькие по бочку идут. Ага. А у того пять, у той. Интересные такие-то. Грета Куду. Животные. Грета Куду, надо посмотреть лекцию. Ну, уши метрах какие, 15. Уши, боже. Боже. А ты смотришь, что такое? Якую мову разговариваем, что там? Ой, и птичка, птичка по дальней. По дальней бегает птичка у нее на шее. Я в шоке. Вот шаровики затейники, эти птички. Снова красавцы слоники. Давайте просто полюбуемся. Слышите, как они просто траву рвут? Ого, рычит. Ой, как траву запахло. Я даже испугалась, думала, что машина. Там машина стоит еще. Там две. Тоже с туристами несколько. Так рыкнули прям, как слоники. Угу. Ой, малышка. Попка малышка убирается. Вот ты такой замыкаешься, мне кажется, ага. Он тоже такой деловой. Деловой, очень песочный такой. Ага. Такого цвета красного, вообще, как и земля здесь. Горы, это нечто. Да, красота. А, ну, ближе хотел. А? 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 Ой, да как он дерет этот куст, нещадный. Так смешно кушает. Вот это деловой, слева. Ну, где-то в метрах 20-25 от нас. Вот цикаво, как они знают, вот что есть, что не есть? Почему они вот эту траву большую, например, кусты? Ну, потому что от той травы еще не пронесло, а той уже пронесло. А
А как они передают информацию? По запаху? Знаешь, вот наверное. Эти кусты, они ж... Ой, так это как акация или как? Они же колючки там. Им это все... Ой, как обмахивается. Ой, какие они потешные. Да, жалко, сафари утреннее заканчивается. Пока не видели мы кошачьих. Леопардов все нет. Ни леопардов, ни читаха, гепарда. Ни даже львов. В Амбеселе в целом много львов мы с вами видели. А там так и жарко, да? И... Не за такой зелень. Ну тут, конечно, за куст завернул и уже спрятался. Тут ничего не сделаешь. Тут леопарды хитрые. А это жирафа снова. Это мужчина. Мэл, сказали, очень яркий цвет у него. Вот. И там еще вот они, если видите. Ловите жирафов. Посчитайте, сколько. Да. А я еще на горе вижу. Далеко. Ну, на горе вообще много тоже. Может, и вон еще шейкой кто-то крутит из-за кустов. Такая махина ходит. Ой, ну просто он красивый. Особенно этот recirculated. Ой, класс. И птички поют, и уже природа начинает жить. Вон лев уже уходит. И это мы проехали бы его. Нам показал просто парень вот из этой машины. Он такой нам пальцем показывает. Мы такие, что такое, мужик, что ты хочешь? Да, он был здесь, вон он там уходит. Красота какая. Это, ну мы же не знаем, помнишь, сказали, что львы, они могут быть без гривы в парке Амбеселе. Они не могут, они, да. Красота. Цава, да, цава.